Если верить карте, в Д6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли, но и людьми быть перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось? Артем! Эй, с Артемом что-то творится! Еще на шатыря. Давай. Очнись, Артем. Очнись. Слава богу. Он приходит в себя. Убери свет. Ты его слепишь. Артем, все в порядке? Дьявол тебя дери. Ну ты нас и напугал. Что это было? Ты можешь встать на ноги? Отлично. Тормози. Черт, у меня от этого места мурашки по коже. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Я знал, что не может у нас выйти все так гладко. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артем, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатели. Понял? Здесь что-то есть. 3А над БД. Что-то к нам приближается. Забей. Упыри. Похоже, что... На пулемет. Скорее! Аномалия совсем рядом! Вот дрянь!
или мы все трупы! Получилось! Готово! Ворота открываются! Быстрей же! Давай, давай! Сейчас накроет! Сука! Не заводится! Она не заводится! Давайте, ребята, мы должны вырваться отсюда! Да! Заработало! Толкнули! Фух. Спасибо тебе, Господи. Как мы, а? Почти достало! Получилось! Не хотел бы я там оказаться. Т-6 сюда. Это еще что? Черт. Темно, как у негра дома. Ладно. Давай посмотрим, что там. Десантируемся. Весь хаос туннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной.